В день принятия ислама на болгарской земле начинается археологический сезон. Неизученного еще много. Сегодня раскрыта только 1/10 часть истории. Археологи обещают сенсационное открытие. Из-под пыли веков истории вернут крупнейший торговый объект Болгара. Впервые в истории археологии Золотой Орды был обнаружен и целенаправленно исследуется караван-сарай эпохи Золотой Орды. Это огромный торговый комплекс размерами 40 на 40 метров, с примыкающими ремесленными мастерскими, с торговыми рядами внутри, с предметами, которыми там торговали. Штыковая лопата археологов раскопает историю и в окрестностях городища. В планах узнать, откуда и что везли в Болгар большие караваны. Очень большой акцент делаем и в последние годы, и в этом году на реконструкцию, создание модели того, как город развивался в это время, какая была растительность, как обрабатывали землю. К нам подключаются специалисты из Канады, Соединенных Штатов. Каждый найденный экспонат отправят под микроскоп. Сегодня болгарская земля под тщательным вниманием иностранных ученых. Изучение Болгара даст возможность раскрыть детали торговых связей тысячелетней давности многих стран. Лисан Сабирова, Данил Филатов, ТНВ, Казань.